Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы, Всадники, Олуха. Шестой день, забираем наш сундучок, в котором, ага, монетки Удина, руны, рыба, руны. Так, приятно получать, конечно же, руны. Ребята, а у нас их сколько? А у нас их почти 1000. Так, Беззубик, будь добр, покажи, что ты мне принес. Ну, я искал немножко другое. Блин, кстати, эти шлемы почему-то нам не выпадает. Именно то, что я заказываю, не хочет нам выпадать. Точнее, даже не то, что выпадать, а Беззубик просто не хочет это приносить мне. Так, разместить. Куда мы это будем размещать? Ну, естественно, в ангар. Куда же еще? Опа, вот этого я и боялся. Вот этого я и боялся, что ангар у меня забит. Так, что мы сделаем? Давай-ка мы, наверное, его еще прокачаем до 70 уровня. Можно дальше? Окей, лети, родной. Так, ты у меня какой? 81 уровень уже, да? Это приятно радует меня. Надо будет в тебя еще вложиться. 70 лямов рыбы он требует для повышения. Так, статуэточка прокачалась. Это у нас получается уже 2 уровня. И шторморезы будут нам приносить, ну вот, ты видишь, сколько, 25% рыбы плюс 14% к древесине идет. Так, фейерверк, лети за дровами. Так, ты у меня 85 уровень. Так, ворчуна, конечно, бы тоже бы не помешало, честно говоря, прокачать. Ну, немножечко попозже, потому что с ресурсами, как ты видишь, у нас пока проблемы. Модифкрылка полетела у нас за рыбой. Так, зеленая тень. Зеленая тень. Смерть, конечно же. Зеленая тень. Если бы это была зеленая тень, ребята, я боюсь, все бы зомби из игры «Растения против зомби-героя» просто опухли бы от страха и убегали бы, только пятки видно было бы их. Так, этих мы отправляем за рыбой. Ой, за рыбой, за древесиной, конечно же, за древесиной. Вот этого за рыбой. О, 163 миллиона. Как тебе такой расклад? Вообще круто, ребята. 625. Не хватает, как ты видишь, пока еще нам железа. Кстати, у нас за железом кто-нибудь... Кто-нибудь за железом... Я же отправлял вроде бы. Или нет? Наверное, не отправлял, потому что у меня не было возможности, да? Ресурсов не было. Скорее всего, так. Здесь забрали. Ага, вот, все-таки. Вот, ребята, был, я же говорю, чую, что подвох какой-то. Вот, конечно же, он у нас был отправлен за железом. 93 миллиона. Кстати, вот ее бы тоже прокачать бы не помешало бы, да? До... Я не знаю, там до какого уровня, но древесины бы она мне приносила знатно. Вот еще один красавчик. Блин, какой же он прикольный, ребята. Всего лишь, сколько, 350 надо отдать древесины, чтобы он нам приносил 125 железа. Это вообще, считай, топ. И это он на 112 уровне. Я боюсь представить, что он будет дальше делать. Короче, я его дальше отправляю. Все, решено. Так, тут 35 миллионов древесины. Тут вот мало, конечно. Громелька вообще не старается, ни сколечко. Тут, нормально. Так, Беззубика я сейчас отправлю, опять же, на поиски. 171, ну ты прокачан по полной у меня, да, пока? Пока мы с тобой ничего сделать не можем. Ну что, сарделька, давай глянем, что ты нам тут принесешь. Заколку. Давай-ка, зов, бесплатно дуй. Создание тренажеров. Барсик, чем ты занимаешься, а? Создает тренажеры. Решил подкачаться, что ли? Ну, здесь понятно, тусклый янтарь. И по итогу нам достанется... Руны? 7 рун. Значит, Кривоклык, я тебе отправлю дальше тогда. Блин, 7 рун получили, 6 потратили. Профит всего лишь 1 руна. Ай, жук, ладно. Не вмешивайся, давай, бесплатно. Тут у нас по сезонке, ребята, мы получаем на эти еженевки забираем наши. Так, и 1 еженеделька даже. Соответственно, мы получаем 1 из наград. А это у нас царапалки. 500 штук. Замечательно. 500 штук царапалок. Здесь давай-ка мы заберем
наш блестящий янтарь. А можем ли мы тебя отправить? Можем. Так, здесь вроде бы все. Фонарик, где там у нас? Просто хочу найти его, чтобы он мне тут, как говорится, мозги не компенсировал. Так, откроем еще давай, наверное, пак. Вот этот вот, который... Ну что это? Итак, шторморез, крылатый ужас. Да что это такое-то тут? Да какие эти? Вы что делаете? Я не могу... Что с игрой-то происходит? Чудится мать, что хочет. Так-с. Ну что, тогда нам надо открыть еще пак бесплатный. Ну понятно, монетудина, шторморез, шипорез, шепот смерти. Так, здесь куча ресурсов. Подожди, ребята, а вы написали мне, что... Вот здесь, что ли, пак я эти открыл? В лавке Один, точно, ребята, в лавке Один открывается, ё-моё. Да, подожди. Вы сказали открыть классический набор. Слушай, а мы можем накопить с собой... А, громилет у нас есть. Цыпа, по-моему, тоже есть, да? Так, остался один. Я, ребята, куплю. Так. Фул. Фулочка у нас получается. И столько же я хочу взять древесины. Ага, тоже, ребята, будет по фулке. Ну, для чего это все делается? Естественно, для того, чтобы отправлять наших драконов на поиски железа. Ты стоишь, уже ждешь меня, да? Давай, лети. Так, и ты, соответственно, тоже лети. Ну вот, 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 прекрасно. Так, здесь еще забираем с тобой ежедневочку одну выполненную. Здесь древесину и рыбу мы тоже забрали. Так, теперь я вроде хотел кого-то немножечко подкачать. Сколько ты требуешь? 369 миллионов древесины. Блин, а я уже все потратил. Так, ребят, есть ли у нас какое-нибудь событие? Что ты мне показываешь здесь? Новосезонное событие, это понятно. Упс, а событий никаких и нету. Так, давай-ка я тогда рекламный гляну. Этот рекламный пак заберу обязательно. Зашибись, я посмотрел ролик, а мне вот это вот пишут. Нет доступных видеороликов. Да как же так, я же только что рекламу глянул. Вот вы жучары, вот вы обманщики, а. Так, ну что же нам тогда сделать? Ну, во-первых, давай-ка мы отправим нашего беззубика, конечно же, на дальнейшие поиски. Так, что нам там надо? Нам надо вот эти шлемы. Да, большущая, конечно, огромная проблема с их добычей, я так смотрю. Но главное, что он полетел. Так, что здесь у нас есть? На... Вот эти вот четки, ребята, нам нужны. Блин, я не знаю, может быть, давай обменяем, купим. Купим мы эти четки, фиг с ним, так уж и быть. Нам там не хватает, по-моему, двух четок всего лишь. Так, ты у меня что? Почему ты не... А, ты уже на поисках. Неуловимая чешуя. Да пон... Так, это что, у нас новое, что ли, что-то? Слушай, смотри-ка, у нас портал Вознесения и неуловимый... А в чем разница? Так, тут такие чешуйки, а здесь вот такие вот. Я понял. Так, кто-то мне сказал, что у меня есть 4 штуки. Сейчас будем смотреть, друзья. Я уже смотрел, но что-то я... То ли я пропускаю, не видел. Вот что вот это означает, ребят? Почему здесь чешуйка? Нигде нету, а здесь чешуйка светится. Надо, может быть, помедленнее. Точно, ребята, вы правы. Шторморезы. Угу.
Раз, два, три. Вознести. Ничего себе, почти 2000 чешуек, ребята, получил. И, кстати, место мы тем самым, да, себе освободили. Слушай, мы можем взять. Выберите портал. Вот, выбираем. Обменять, конечно же. А, тут еще шанс, как говорится, маленький. Ну что, серебряное вознесение, набор. Нет, здесь нам, к сожалению, ребята, не выпал. Теперь я понял, как это работает. Это не стопроцентная гарантия, что тебе выпадет этот дракон. Ясно, будем знать. Но зато теперь я могу разместить моего громобоя в ангар. Да в плане ангар полный. Че? Ну-ка. Так, где у меня ангар? Как он может быть полон? Я же только что трех раз... Блин, а у меня здесь, ребята, перебор. А у меня тут перебор, блин. Надо кого-то выставлять тогда, получается, наружу. Если я кого-то и буду выставлять, то, конечно же, это будет редкий. Ты кто такой? Бронекрыл. Разместить бронекрыло тогда, получается, вот сюда. Пускай стоит. Так, дальше идем в ангар опять же. Так, выбираем. А уникальных у нас нету, да? Уникальных и всех. Так, а что, получается, что эксклюзивные лучше, чем редкие? Так, что ли, выходит? Ладно. О. Юрчамень. Тоже его размещаем. Этого юрчаменя вот здесь вот, вот здесь вот поместится, прям рядышком. Прям тютелька в тютельку. Так, тут, кстати, у нас уровень же. Пускай идет дальше прокачивается эта ищейка у нас. Так, а у тебя, на тебя хватит у нас? Эть, на 62 уровень совсем маленько не хватило. Совсем чуть-чуть. Так, и еще раз зайдем в ангар. Ну, получается, что эксклюзив, ребята, лучше, чем премиум. Разместить. Эх, сюда не помещается, жаль. Ладно, пускай здесь стоит. Так, ну вот теперь-то я смогу забрать. Где он там у меня стоит? Троих оставил. Теперь он должен поместиться, по идее, в ангар-то. Что с игрой происходит, а? А что, он все зашел? Ну, точнее, все, в ангаре он у нас уже, да? Странно как-то все здесь происходит. Игра периодически теряет соединение и вытворяет какие-то фокусы мне. Ну что, друзья, у нас, по идее, все как бы выполнено, событий нету. Тогда я предлагаю, наверное, получить два пака Одина. Я думаю, что, наверное, никто не будет против, если мы немножечко подеремся на арене. Но все равно здесь пока делать нечего. Видишь, событий нету. Единственное доступное, что нам, это именно арена. Начнем по тихой грусти, да? Откроем с тобой два пока вождя спокойненько, и все. На тебе. Так, вот это вот было очень неприятно. Хорошо, он уже вжарил-то. А этот фаербол залепит. Не залепил. Неужели добьет своим хвостом, а? Он может. Но ничегошеньки не вышло. Так, ну что же, сарделька. Он себе еще энергии, кстати, оставил. Приличное количество. Знаешь, зачем ему эта энергия? Чтобы сейчас сделать свой фаербол. Тьфу ты, ребята, какой фаербол? У сардельки же нет фаербола. Вот я доигрался, а. Я его попутал с Громолем. Так, второй у нас поединочек. Ё-моё. Парящий прихвостень.
А вот как раз и Громоль, фаербольщик. Но я начну все-таки с парящего. Нам нужно как можно быстрее его ушатать. Мы еще успеем даже... Или не успеем? Сейчас вжарит. Точно. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, плохо. Так, ну... Кривоклык сделал одну неплохую вещь. Он как бы себя усилил под броней. Ать, чуть-чуть бы... Сейчас кому-то хана будет. И хорошо, что это был Барсик. Но этого, наверное, сейчас тоже завалят. И вот теперь сиди и думай, как... Еще отравление повесил. Как мне здесь с этими хламонами драться? Я, наверное, сделаю вот так вот. Пускай этот помогает нам. Давай, фаербол зап... А что ты фаербол-то не запустил, а? Травит. С каких пор он вдруг начал травить? Раньше никогда этим не занимался, а тут начал травить. Да все, ребят, я здесь проиграл, к сожалению. А все это произошло именно из-за парящего прихвостня, именно из-за его суперудара. Ладно, сейчас попробуем здесь отыграться. Рыкошмыга будем бомбить. Так, у нас получается... А, это его. Я думал, что это наш. Так, Барсик, я думаю, что ушатает. Опять сейчас фаербол полетит в кого-то. Да, это далеко не фаербол. Слушай, лечим срочно наших бойцов. Сюда удар. Фаербол, наверное, сейчас полетит в кого-то. Да ты запарил, а, своими этими. Факир чертов. Давай просто его так вот уничтожим. Ну все, кривоклык один остался. Можно было бы, конечно, его и в слепоту повесить. Но сделаем вот так вот. Все равно он уже тут ничего не сделает. У него нет таких серьезных атак, чтобы нам навредить. Очередной поединок. Здесь у нас... Страх. Так, ну я, пожалуй, вот с этого начну. А, надо было с кревета. Да, с кревета, наверное, надо было. Все-таки он красный, мощнее будет, чем этот шустрик. Смотри, что вытворяет. Смотри, что вытворяет, блин. Брони нету, сейчас он ушатает. И я не могу ничего сделать, ни хильнуться, ничего, блин. Раз, два, вдвоем сейчас выходить. Ну все, штормореза мы потеряли. Аж игра глюканула, прикинь. Чувствую, сейчас вылетит. Да, ребят, по-моему, она зависла. Я не знаю, что произошло, но надо перезаходить. Но придется нам этот поединок начинать заново. Кстати, как ты видишь, мне выпал обычный пак. Схватка, конечно же, схватка. Что же еще может быть? Шепот смерти. Что там? Шепот смерти, кто-то еще. Так, сарделька и... Понятно. Ну что, вначале с шепота начнем, да? Обычно, когда в команде шепот, мы всегда начинаем именно с него, потому что именно он на трех энергиях начинает творить просто дичь какую-то. Барсик, уничтожь его. Ну, а дальше с этого, конечно. А уже в конце, как говорится, на сладенькое возьмем сардельку. Почему он одного со мной уровня, блин, наносит такой офигенный дамаг? Вот этого я никак не могу понять. Тем более он на уровень меня ниже, слабже. Он 17-го, а у меня был шторморез 18-го. И он все равно его почти запинал. Так, ну этого сейчас мы должны с тобой с помощью нашего кривоклыка раздеребанить. Ну что ты там дергаешься? Понятное дело, ты промахиваешься.
На тебе еще слепоту. Мы из нее тебя не выпустим просто-напросто. Ты будешь постоянно слепым тут бегать и промахиваться вечно, пока мы тебя не уничтожим. Вот и все. Ну что, друзья, первый пак вождя мы заработали. Громль, парящий прихвостень, барс и вепрь. Окей. Погнали за вторым. Погнали за вторым. Побеждайте в схватках. Как будто у нас выбор есть. Конечно, надо побеждать. Вот с этого будем начинать. Хотя змеевик острокрылый, именно красным, будет, наверное, опаснее. Но видишь, он опаснее по ударам, а этот опаснее по суперудару. Как бы выбор особо невелик. Вот что приходится делать. Я обожаю танков только в одном случае, ребята. То, что они наносят нам мало урона. Он, да, он жирный, мощный, но атаки у него слабые. Ну, не считая, конечно, супер атаки. А вот у этого мощные атаки сейчас будут. И что он сделал? Он еще отобрал две ячейки у нас энергии своим ударом хвостом. Сейчас барсика, скорее всего, запинают. Естественно. Естественно, барсика они уничтожили. Ну, а мы, в свою очередь, чувствую сейчас... Да, один удар, и и костолом у нас будет повержен. Очередной поединок, значит... Значит, вот с этого, с тройного удара начнем, да? Промахнулся. На тебе. Сейчас барсик сделает свой финт. А этот будет бомбить, наверное, в барсика. Естественно, ему выгодно бомбить, ребята. А этот добьет. Вот так всегда и получается, что барсик у меня просто груша для битья. Как всегда он был, таким он и остался. Этот двойной плевок делает. То же самое, как у нашего барсика. Двойная атака, только этот плюется. Блин, хорош. Еще сейчас завалит, а? Ну-ка. Да нет, наверное, не... ну он убьет, конечно, но кривоклык, по-моему, сейчас его добомбит. Все. Ну что, у нас очередной поединок. Значит, я вижу громобой. Барсик и, опять же, злобный змеевик. Начну с громобоя. Блин, я думал, что это мой барсик сейчас будет. Это не, далеко не мой. Сделаем пробитие брони. Так, ушатали. А этот сейчас будет, наверное, делать суперудар. Ну, конечно же, хвостом. И опять две ячейки отнимает у меня. Поехали тогда. Блин, то, что он, конечно, отнимает две ячейки, это очень плохо. Он запрещает мне тем самым, ребята, сделать отхил. Именно шторморезом. Ну что, барсик, ты один остался у нас. Я думаю, что тебе пришел конец. Специально я на него повесил слепоту, чтобы он нам не наносил урона. И вот начинаем его потихонечку. Фига у него инициатива, он сходил, потом сходил мой, и он опять ходит, ты че? Пацан, давай-ка завязывай, чудить-то мне здесь. Добиваем, все. Ну что, вот и второй пак вождя. Шторморез, костолом, громль, шипорез, лаварык, острокрылый змеевик и кривоклык. Кстати, у нас шторморез скоро прокачается. Смотри. Почти 3200, нужно 3500. Но он выпадает нам практически из каждой награды. По чуть-чуть, но выпадает. Так, у нас тут сезоночка, ребята. Еще три задания мы выполнили. Опа, награду сейчас заберем. Давай-ка. И это у нас загадочный пак. Монетки Одина. Костолом, чудовище, громль. Да, вот здесь вот нам почему-то не выпал шторморез. Ну что, друзья, в принципе, пока все. Будем ждать, соответственно, с вами
ежедневного события какого-нибудь. Как только появится, я думаю, что вы мне напишите в комментариях, да, чтобы я знал. Чтобы я уже подготавливался морально к нему. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.